Напишите, пожалуйста, в комментариях, а какое ваше любимое мороженое? Нарезаю банан на кусочки толщиной примерно 5-7 мм. Выкладываю бананы на пергаментную бумагу и отправляю в морозильную камеру на 1-2 часа. Теперь нам понадобится самый обычный блендер. Вот так бананы я заготавливаю заранее, чтобы потом не ждать 1-2 часа в морозилке. Беру несколько кусочков бананов и кладу в блендер. Добавляю замороженные ягоды. В данный момент у меня клубника. Также добавляю столовую ложку миндального молока. Можно и обычного, но с миндальным молоком гораздо вкуснее. И для сладости добавляю чайную ложечку меда. Можно, конечно, вообще мед не добавлять. Ну а теперь нажимаем кнопку и хорошо взбиваем. Готовое мороженое перекладываем в посуду. Посмотрите, какое оно получается воздушное именно из-за того, что мы используем замороженные бананы. Конечно, можно кушать мороженое сразу, но я его отправлю пока в морозильную камеру, потому что мы с вами приготовим еще целых 2 мороженых. В блендер добавляю замороженные бананы. У меня сегодня замороженная черника. Добавляю ложку миндального молока. И ложечку меда. Как всегда, все точные пропорции вы найдете внизу под видео. Посмотрите, какое красивое и воздушное получается мороженое. Все, его теперь тоже быстренько отправляем в морозилку и делаем третье мороженое. В блендер кладу замороженные бананы, 1 столовую ложку миндального молока, ложечку меда и какао. Ребят, берем большую ложку, самую большую ложку, которая у вас есть дома. И вот я хочу вот прям вот так, все 3 мороженки сразу. Я не буду ничего придумывать, я уже пробовала все 3, пока брат снимал. Это, знаете, райское наслаждение, как шоколадку рекламируют. Бесподобно. Вот те, кто не скажут, я не люблю мороженое, от этого мороженого вы не откажетесь никогда, я вам гарантирую. Обязательно подписывайтесь к нашему каналу, прошу к столу и приятного вам аппетита!